Это корень фенхель. Что это означает? Что мы... вот эти вот зеленые веточки, они похожи на немножечко, в маленьком количестве, на вкус укропа, но не слишком, на самом деле, они не заменяют укроп, и у них есть довольно выраженный анисовый вкус. Но они прекрасно идут в рисовые лепешки, например, если вы хотите сделать spring rolls. Вот это прекрасно туда идет. Давайте попробуем его порезать и посмотреть, что внутри. В целом оно выглядит вот так вот. Если вы хотите резать это для spring rolls, то, наверное, стоит пользоваться чем-нибудь, что помогает это резать тонко. Наверное, терка не пойдет, но какой-нибудь... что-нибудь вот в таком духе, чтобы это можно было удобно съедать за один раз. Вот. В целом это довольно вкусная еда, вкусная добавка опять-таки к какому-то большому салату. Немножко фенхеля, немножко вот такого анисового привкуса может быть очень приятно. Всего доброго, до свидания.